Программа Катарины Гербольд, подопечной Алексея и Татьяны Мишиных, готова исполнить первую в своей карьере короткую программу на чемпионатах Европы. Так сложилось, что на чемпионате мира Катарина уже участвовала, а чемпионат Европы первый в ее карьере. Попытался успокоить свою подопечную Алексей Мишин, сказал, что ничего не бойся, не волнуйся, катайся как всегда, и все у тебя получится. Ну, хочется верить. И скажу в дополнение, что музыкальная композиция, сопровождение будет музыка Джона Уильямса, саундтрек к фильму «Семь лет в Тибете». Здорово откатала свою короткую программу Катарина Гербольд. Напомню вам, что родители назвали дочь в честь двукратной олимпийской чемпионки немки Катарины Витт. И поэтому ничего удивительного, что впоследствии именно эта фигуристка и стала кумиром нашей спортсменки. Живет она и тренируется в Санкт-Петербурге под руководством Алексея и Татьяны Мишиных. Заняла третье место на чемпионате России нынешнего сезона и впервые отобралась в сборную на чемпионат Европы. По наполнению программы чуть-чуть более сложные элементы у Катарины Гербольд по сравнению с текущим лидером Ириной Мовчан, что, учитывая примерно равный прокат, дает нам возможность надеяться на хорошее итоговое место в таблице. Ну и, конечно, очень здорово выбрана музыкальная композиция. Дело в том, что Джон Таунер Уильямс
американский кинокомпозитор, написал музыку к огромному количеству художественных фильмов. В частности, он пятикратный лауреат премии «Оскар» за музыку к таким фильмам, как «Скрипач на крыше», «Челюсти», «Звездные войны», эпизод 4, «Инопланетянин» и «Список Шиндлера». Его музыкальное произведение к «Списку Шиндлера» мы сегодня уже имели возможность услышать. И вот сейчас 7 лет в Тибете. Мне кажется, удалось вжиться в образ Катарины Гербальд. И в общем и целом программа была прокатана достаточно здорово. Шансы даже на попадание в десятку по сумме короткой программы у Катарины Гербальд и Алены Леоновой. Официальная информация дается нам, что на международных соревнованиях Катарина набрала максимум для себя 48,2 балла, но на чемпионате России, который завершился в Казани, у нее был повыше результат 50,13 балла. Так что, если сейчас откатала на собственный максимум Катарина, она будет лидером. Хочется надеяться, что именно так и произойдет. Несмотря на то, что первые два места в российском первенстве заняли более молодые Сотникова и Токтамышева, любопытно посмотреть за реакцией Алексея Мишина, который тренирует Катарину Гербальд, который сказал перед началом этого первенства, что считает, пора немножечко сдвинуть возрастной ценз для женщин, во всяком случае в чемпионатах мира и Европы, по мнению вот этого вот очень известного специалиста в мире фигурного катания, девочкам можно начинать кататься уже с 13 лет. Ну и сейчас оценки Катарины Гербальд. 48,62 балла в международных соревнованиях — это высшее достижение нашей спортсменки, и она становится лидером, более чем на 2 балла опережая теперь уже занимавшую в предыдущем списке первое место Ирину Мовчан из Украины. 48,62 — прекрасный результат Катарины Гербальд, и российские поклонники фигурного катания могут